Русская литература в зеркале Лубка. На выставке в Российской национальной библиотеке литературе пенять на зеркало не придется. Хотя народный Лубок – жанр по праву рождения. Плакатный, шутовской, по-детски прямолинейный. Отечественным литераторам от Пушкина до Льва Толстого повезло не попадаться на острый язык народного юмора. Хождением их портретов и произведений в народ занимались профессионалы. Использовали Лубок как газету в картинках. Ну, ныне ту же функцию выполняют, пожалуй, видеоблоги. Он нес действительно такую важную информационную функцию, потому что на необъятной территории Российской империи о важных событиях в стране, например, там русско-турецкой или русско-японской войны, узнавали через народную картинку. В деле пропаганды, ну не войны, конечно, а российской литературы, особенно отличился Иван Сытин. Его типография огромными тиражами выпускала просветительские лубки, дешевые книги для народа, учебники, календари. Портреты классиков у Сытина рисовали академические художники. Подписи к картинкам служили высокому делу, распространению грамотности среди населения. Одним словом, в зеркале Лубка русская литература отразилась с серьезным выражением лица. На мой вкус, может, даже со слишком серьезным.